Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и вместе со мной играет... Лёха с канала Чухачу Торачу ТВ, всем привет. И мы сегодня снова решили сыграть в CSGO. Это реально весело, но сегодня мы будем играть на другой карте. Естественно, не на предыдущей, а на другой будем. Чтобы было разнообразие. Короче... Что это за карта? Мы где-то настройки сейчас. Давай. Ну, типа того. Да, и тут можно легко упасть вниз. Вот эти штуки я возьму. Да, я помню, мы на этой карте играли. Я не знал, что тут можно выйти туда вниз, и упал туда. И, собственно, проиграл. Блин, промахивался сейчас. Но я слышал шаги твои сейчас и уже готовился. Так, покупаем броню. Desert Eagle возьму. Это с английского это вроде бы на русский переводится, это вроде как пустынный орел получается. Лёха у нас сейчас где-то с другой стороны. И я бы сейчас очень хотел бы его найти. Я играю за спецназовца, кстати. Лёха играет за террориста. Он должен где-то поставить бомбу. А я должен найти его. А если он уже где-то поставил бомбу, то я ее должен разминировать еще. Вот видите, что я сделать должен. Я как сказал, так и сделал, да? Ну что ж, 1-1. Слушай, Desert Eagle это реально классный пистолет. Какой? Ну этот, пустынный орел, как переводится. Desert Eagle? Который ты рекомендовал. Он реально классный. У него... Частота очень хорошая. Я думал, он стреляет не так часто. Я думал, что у него частоты будет меньше, чем у двух этих пистолетов. Но он стреляет больно, я бы тебе так сказал. Блин! Я промахивался опять. Да что ж такое, а? Как ты меня нашел? А как ты там так быстро появился? Ну, может, вот этой штукой тебя сгасить. Я тупо не с дробовиком, а с ножом. О, стоп, ты где-то стрелял сейчас? Чего ты решил? Я только что звук слышал. Какой-то. А, вчера ужасная ситуация произошла в школе Казани. Да, мне Лёха скидывал фотографии, там вообще жестко все. У одного парня мозги там даже полетели по всему полу. О, вот что мы сделаем. Не помогло. Ладно. Посмотрим, где ты сейчас. Обманывать меня хочешь? Я так понимаю, ты меня сейчас обманывать будешь? Погоди-ка. Ты чё, на точке А, что ли, поставил? Ну ты, мне кажется, не успеешь уже добежать. Да, похоже на то. Я думал, ты на точке Б ее положил. Ну и все, она сейчас рванет уже. Я тебя убил, но бомба все-таки взорвалась. А ты что, тебя не ослепило, что ли? Нет. Нет, меня ослепило, но я стрелял, короче, где туда, куда нацелился, и все-таки попал в тебя.
Так, возьму вот это. И это. Жаль, что на дезерт. О, у меня больше вообще денег нет. Жалко, 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 жалко. Жалко у пчелки. Да? Может быть. Что может быть? Так. Блин, ты где ты, ё-моё? Бомба здесь, значит, ты где-то рядом. Вот где ты прятался, а? Ну ты зараза. Я должен тебя победить сегодня. Я просто должен тебя победить. Просто должен. Ни на какое оружие денег не хватает. Ну и ладно, возьмем пистолет. Блин, ты на точке Б теперь. А я тебя тут жду, у точки А уже. Непредсказуемый ты вообще. Как печально, теперь еще и в засаду. Могу оказаться. Ты знал, что я тут и говорил. Быстрее, 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 пожалуйста. Да! Как мне повезло очень. Ты, кстати, на бомбу что-то целился, я смотрел. А я сзади тебя подошел и выстрелил себе прямо в голову. Но я же не думал, что ты подойдешь именно там. О, у тебя был АВП, и я его взял. Нет. Только не это. Я АВП взял, прикинь. Блин. Еще раз. Опять на точке Б поставил. Блин, я такое чувство, что уже не успею добежать. Что-то я не по той дороге вроде пошел. Блин, не успел выстрелить. Взорвется. Но ты все равно выиграл. Фига себе, я хэдшот тебе сделал. Так, я еще раз возьму это. Пистолеты взять нельзя больше, ну Ты ладно. хоть понял, что тебе в голову пишет? Да. Попробуем так сделать. Спрячемся тут. Блин. Вот все время, когда я тебя жду на точке Б, ты ждешь на точке А. Когда жду на точке А, тогда ты на Б. Ты что, знаешь, куда я все время хожу? Что-то я не понимаю тебя.
Я по интуиции делаю это все, я По понимаю, что интуиции ты сюда пойду. делаешь. Ой, Я где опять ты был? сделал то же самое, что в тот раз. Валек 230 улетел в небеса. Да, Леха что-то Та-та-ра-та-та. выигрывает. Мы такого нельзя допускать, я должен победить. А, у тебя всего два счета. Ладно, вот это возьму. Может, это понадобится. Ничего не понял. Это что было? Ты упал, что ли? Я умер на месте. В смысле, где ты умер? Чё? Ты меня убил сквозь стенку. Как? То есть Это чё, как ба я это теперь? баг, что ли, был, или что? Я даже не стрелял никуда. Я вообще ничего не делал. Да. Ну стрельни, вот сейчас просто стрельни. Я... В смысле? Чё это... Ты сейчас стрелял? Чё происходит? Я чё-то ничего не понимаю. Я вообще ничего не делаю. Я на месте сейчас вообще стоял. А прикиньте, сейчас еще раз такое будет. Вот зашибись вообще будет. Не, я нечестные победы не люблю, на самом деле. Это неинтересно. Только не говорите, что я сейчас опять выиграю. Ой-ой-ой, ё-моё, я сейчас на крыше хожу над текстурами. Короче говоря, у нас что-то пошло с игрой не так, я смотрю. Ладно, может быть, я тебя где-то сейчас найду. Я просто установил бомбу над текстурами, я в небе, я Да просто хожу в ладно, небе. и как я ее буду разминировать? Ты чё? Я не знаю. Интересно, а ты меня нигде не видишь? Я тебя нет. Ну ты Я иди на тоже тебя не... точку Б. Я тут... На точку Б иди и в небо посмотри. На точку Б, блин, я на А пошел. Сейчас, поди, бомба рванет уже, пока я туда иду. Тебя я тебя... Эй, как ты меня убил? А, ты, кстати, не был на... Ты не был в текстурах, ты был на ящике сверху. Но ты все Я равно был в выиграл. небе. Ты был внизу. Я был на земле, и ты был на земле, на... Но я тебя видел. Ты в здании был. На здании, точнее. А я там, в небе был. А сейчас нормально или нет? Нормально. О, наконец-то. Сейчас. Так, на, пойдем, наверное. Фиг его знает, на самом деле. Господи, вот я глупец. Тут же есть быстрый переход между... А вот это честная победа была, отлично. Тут же есть быстрый переход между точками. Чё я им раньше не пользовался-то? Ладно, неважно. Давай, 2-1, поехали. Ты где, блин? Да блин, ты где ты, ё-моё?
А, стоп, туда же пришел. Так, здесь можно оружие купить. Если ты меня не видел, что ли? В смысле, ты? А где ты? Я тебя Я вообще не... прямо у тебя перед лицом пробежал, и побежал обратно. Я тебя вообще не видел нигде. Да как так-то? Чё не так-то пошло с игрой? А, нет. Ну ты где-то пробежал, но может я тебя просто не заметил. Короче, игра мне дала две победы, ничего не делая при этом. А пупеть. Теперь возьмем Эта вот игра это. тебе помогает? Повысила шансы на выигрыш, правда, нечестным способом. Это точно. Это точно. Ты где-то бегаешь, что ли? Где ты? А ну-ка вышел нафиг отсюда. Подошел сюда, блин. Чё? Почему ты урон-то не получал? А ну стой, блин! А ну-ка стой нафиг! Ты с той стороны или стой? Где ты? Ты куда пошел-то? Блин! Ну ты гад, а вообще. Хорошая была идея спрятаться там, блин. У тебя оружие-то мо... Я даже выстрелить не успел. Так надо заранее стрелять, начинать. Чтоб тебя не убили. Я, если честно, напугался. А может эту штуку взять? Может она полезная? Раз такая дорогая. Мы тут D16 играем также, да? Да. Короче, если Ну, когда туда... я у тебя заберу, что-то там дорогое. Где ты там прячешься-то? Блин, здесь тебя нету, какого фига-то? Да ну, в смысле? Ну из чего ты стрелял-то? Из твоего же дробовика, Блин. который тебя забрал. Короче, говори, я на 5 очков от... Я на... в 2 раза меньше очков, чем у него. Теперь я играю за террориста, а он за спецназа. Теперь я должен поставить бомбу, а он не да... а он должен не даст... не дать этого сделать. Ну, бомбу не обязательно ставить так-то. Ладно, вот это возьму. Может, она мне понадобится. Меня, наверное, видно плохо, я свет должен включить. Так, этот... Чё я раньше до этого не додумался-то? Причем, кстати, если время закончится, которое посередине, то есть ровно минуты, то я проиграю, спецназ выиграет, Лёха выиграет. Вот жалко, что тут никакого РПГ, например, нету. Да в смысле, я уже всю карту 2 раза пробежал. Где ты?
почему ты не умер? Я Почему был... ты не умер от электрошокера? А я не знаю. Почему-то не сработало. Я только в тебя попал. Я вообще боялся, что ты меня убьешь. А ты не мог меня найти, потому что я был в туалете. Я срал в туалете. Так, а свет? О, вот это я возьму. Не знаю, супер ли оно крутое. Блин. Что за фигня? Ты мне почти все хп снес. Почему не все? Оно все должно сносить. У меня осталось 17 всего. По-моему. Насколько я помню. Ну не знаю, может быть, если бы ты выстрелил в голову, то оно, может быть, и все бы снесло. Да электрошокер, без разницы, куда стрелять-то. Сейчас он сейчас меня найдет, да? Сейчас он найдет, походу, меня. Сколько хп снес? У меня 45 осталось. А с чего ты стрелял? Я ножом тебя резал. Ну, шокер-то помощнее, по-моему. Сегодня немножко скучнее, чем в прошлый раз, но все равно интересно. И интересно, кто же из нас выиграет. Я. А ты откуда знаешь? Может быть, я тебя еще обогнать успею? Не знаю. Ты что делаешь там? Тут упасть можно. Блин, я чуть-чуть вниз сейчас не упал. Я все туалеты обстрелял. Ну и нафиг. Меня нету в туалете сейчас. Я уже понял. All has been planned. Ты уже на А. Собственно. Да в смысле? Ну как так-то? Я же тебя обстреливал. Ни разу даже, по-моему, не промахнулся. У меня 13 осталось. Ну почти все снес. Ты электрошокера не знал, а я из АК не смог тебя застрелить. Калаша. А как насчет этого? Ну что ты не купил-то? Вот я сказал купить вот это, блин. Проверили, как стреляет. Так, проверим, есть ли ты тут или нет. Твою мать. Извините, чиканул. Хорошо. Мне на 2 очка тебя надо еще догнать, и будет все круто. У меня АВП, у тебя ничего больше не будет. АВП, говоришь? Блин, жалко, я не могу его купить. Ладно, из вот этого попробую. Аллергия так и не проходит.
Стреляй. Проверяю, насколько... Проверяю чистоту оружия. А ничего, что тебе 5 секунд осталось? Какие 5 секунд? 40 секунд. Ну так бомба-то 40 взрывается. Да ну не может быть. Ну и я могу еще просто тебя найти и убить. Надо за 30 секунд, значит, тебя найти сейчас. 25 секунд. Ты где ты, блин? 10 секунд. 10 секунд, блин, давайте быстрее. 5 секунд. Где ты прячешься, это ё-моё? Блин, блин. Прям за стеной, где ты сейчас стрелял. Да, это пипец какой-то вообще. Зря я спрятался в туалете. Ты чё, обосрут, что ли? Похоже на то. От страха, наверное. Так, значит, Б. Моя любимая. Хорошо. Только АВП не забирай. Да. Ничего страшного, я теперь купить могу его. Хотя да, я могу его бесплатно взять. Я вот не особо умею гранатами пользоваться, честно говоря. Блин, ты где-то рядом. Я слышу. Что? Как хорошо, что я рядом был. А чё ты смеешься ты? Ты ж проиграл. Сейчас. Да, мне 2 секунд не хватило, чтобы тебя убить. 2 секунд. Ну ладно, ладно. Чё это что было сейчас? Я чё-то не понял. Чё это было? Опять баг? Опять баги пошли, что ли? Нет, я просто стою и умираю. Почему игра помогает мне, а не тебе? Ну, видимо, хочет правосудие. Да какая разница, я что так, все равно я выиграю. Ну, вообще-то у нас сейчас поровну. Да в да смысле? что ты? Нет, что Я ты игра? начинаю бежать, он спотыкается, падает и Что-то умирает. баги какие-то случаются в игре, серьезно. Может, если постреляю? 3, 2, 1, поехали. За мной, по-моему, такое чувство, что бежал. Я рядом. Твою мать.
А, я не попадал по тебе. Бомба! Я забыл про бомбу. Давай быстрее, пока она не рванула. Я стреляю, стреляю, думаю, что следующий раунд начинается. О, нет. Может быть, то, что я стреляю, это спасает от бага? Хотя, по идее, не должно, но я выстрелю. Стреляю. Что происходит? Ничего. Нет, кого-то ты из пистолета сейчас стрелял. Нет, я сейчас из АВП выстрелил. Но я сейчас выстрелил, чтобы, может, на случай, если, чтобы баг не произошел. Может, игра воспримет это и не баг не произойдет. А, я не успею прицелиться. Где бомба-то? Твою мать. Странно, что ты не Что можешь найти бомба? бомбу. Да ты только что бомбу прошел. Да ты как ты ее не видишь? Ты что, слепой, что ли? Кошмар. Да давай быстрее уже, она сейчас рванет. Зря я ему подсказал сейчас. Спасибо за помощь. Да, не надо было этого делать. Так, покупаем броню. Покупаем супер-пупер-мега пушку. Вот такую. Что это было? Ты где-то дымошумовую гранату бросил? Получай, блин. Я сзади тебя был. Ой, а вы не забирай. Ну все, я зол. 14 против 14. Кто победит, фиг его знает. Мне игра две нечестные победы дала. Не две, а четыре. Так у меня 4, да. Так могло, так у меня было бы сейчас 10. Так. Что? Где? Да блин, вот прицел долго фокусируется. Последний раунд. Если Леха сейчас меня убьет, то он выиграет. Это очень плохо. Я не должен этого допустить. Ну уже, давай. Иди быстрее. Надо идти очень тихо и... чтобы он нас не услышал. Ого, тут шахта, лифт, какая-то нифига. Так, ты где-то сзади меня был, за стеной. О! Есть. Я не стрелял. Почему я не стрелял? Опять ничья, ребята. Опять у нас ничья получилась. Блин, я так надеялся, что кто-то победит. Ну ладно, в следующем выпуске. Я надеюсь, что кто-то из нас по-любому победит. И буду, я буду надеяться, что это я. Ну, ребят, но считать все равно, что тут победил я.
Ну, во всяком, ну, почти, ну, в общем, по сути-то я проиграл, потому что игра мне дала 4 нечестных победы сейчас. Да, и сейчас я просто, ну, Так что да, это присудим моя, победу конечно. Лехе. Это моя, конечно, ошибка, что я сейчас не выстрелил. Ну ладно, но зато ничья. Присудим по сегодняшнюю победу Лехе, поскольку если бы не эти 4 победы, то у него то у меня на 4 меньше бы было, чем у него. Так что ладно, давайте на этом закончим. Мы еще как минимум одну серию с ними по Counter-Strike, где мы постараемся поиграть по-честному. Да, И все, да. Тогда всем пока. да, с вас Айдос посмотрел, с меня отличный видос, и также подписывайтесь на стримовский канал, на группу ВКонтакте. Всем пока!